Сегодня в Камне на Оби депутаты наконец выбрали временного главу города. Спустя почти 3 недели с момента отстранения должности Федора Найдена на внеочередной сессии депутаты проголосовали за единственную кандидатуру на этот пост – заместителя по социальным вопросам Евгению Гордиенко. Если глава отстраняется судом временно от исполнения обязанностей, собрание депутатов обязано наделить полномочиями одного из замов. Вторая кандидатура, она даже не обсуждалась, но официально, во всяком случае, я полагаю, что согласовано со всеми. Второй кандидатурой называют Виктора Попова, заместителя Найдена. Но на повестке сессии его фамилия не звучала. Как объяснил сам мужчина, он пока считает себя слишком молодым чиновником для такой должности. Процедура избрания временного главы города должна была пройти сразу после отстранения бывшего главы 24 августа. Но депутаты почему-то тянули с рассмотрением вопроса, а внеочередные сессии срывали неявкой, как это случилось на прошлой неделе. Однако сейчас медлить уже нельзя. Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко назвал ситуацию в Камне на Оби кризисом власти. К политическим решениям местных властей пристальное внимание. Так в муниципалитете действовала правительственная комиссия. Она проверяла подготовку к отопительному сезону. Завтра в город прибывает Андрей Щукин, в Рио заместителя председателя правительства края, чтобы проконтролировать ситуацию.